Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Samsung Galaxy A12s. И сейчас мы вам покажем, как на этом телефоне включить быструю зарядку. Делается это в настройках, поэтому мы заходим в настройки. И здесь, пролистав вниз, еще ниже, находим пункт обслуживания устройства и переходим в него. Дальше, если я не ошибаюсь, нажимаем справа сверху. Нет, не нажимаем. Переходим в пункт батарея, где пролистываем вниз, выбираем другие настройки аккумулятора. И здесь обязательно ставим быструю зарядку, после чего наш телефон будет заряжаться в разы быстрее. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!